Добрый день, дорогие вязалочки! С вами снова я, Светлана, и вы у меня на канале посидим, повяжем. Сегодня у нас вторая часть нашей летней кофточки, кофточки под названием «Лето». И я покажу вам, уже исходя из первого мастер-класса, где мы посчитали конкретно горловину, низ кокетки, высоту кокетки в рядах, я покажу, как вам сделать прибавки без проблем и вязать совсем без заморочек. Итак, значит, в первом мастер-классе, кто его не смотрел, посмотрите обязательно, девочки. В первом мастер-классе мы с вами посчитали нашу кокеточку. Опять же, буду рисовать так, как могу. Вот она, допустим, наша кокетка. Мы посчитали, что нам нужно набрать 137 петель замкнуть в круг и у нас останется 136 петель. По низу кокетки мы тоже с вами все-все-все посчитали и у меня остается 322 петли. У вас, естественно, девочки, свои данные. Вся эта кокетка у меня 66 рядов. У вас своя кокетка. Итак, расширение кокетки и прибавки. Мы с вами значит, решили, что будем делать. Стандартные, стандартные прибавки, линейные такие прибавки. Для этого и существует три прибавки. В кокетке где-то существует три прибавки. Одна, две, три прибавки. И я еще здесь у меня горловина и у меня моя резиночка. И я еще у горловины обязательно делаю одну дополнительную прибавку, чтобы горловина четко у меня легла и по плечам дальше у меня никаких проблем не было. Три прибавочки я сделаю плюс одну дополнительную. Сколько петель нам нужно прибавить? Естественно, из большего числа нам нужно вычесть меньшие. 322 петли минус 136 петель. У вас это ваша величина, у меня своя. У меня из вот этих расчетов получается 186 петель. У вас ваша цифра. Посчитали. Идем дальше. Теперь эти 186 петель нам нужно разделить на 1, 2, 3, 4 прибавочки. В принципе, мы с вами можем поделить их сразу на 4 части, и это у нас будет где-то 46, 46, 47 и 47 петель. Вот так у нас идут прибавки. 4 прибавки. Есть еще один способ. Можно сделать отдельно прибавочку по горловине, рассчитать, и затем остальные петли разделить на 3. Тоже такой вариант. Но у меня, смотрите, у меня 136 петель по горловине. 136 петель по горловине. На расширение горловины я даю 30%. 30% петель. То есть если я 136 поделю на 3 третью часть, то это у меня будет 45 петель. 45 петель. А у меня, как бы по расчету, по 46. Все, у меня здесь все чудесно сходится. 45 петель, если я прибавлю, к 136 будет нечетное число, а мне дальше нужны четные цифры. Поэтому я первую прибавку, вот эту первую прибавку, пишу плюс 46 петель. Плюс 46 петель. Теоретически дальше, дальше нам с вами нужно сделать 46, 47, 47, либо наоборот 47, 47 и пониже 46. Но мы опять же будем все это корректировать. Все, мы с вами посчитали, посчитали у горловины нашу прибавку. Прибавили, у нас а с вами образовалось 182 петли, и мы можем спокойно вязать до следующей прибавки. Следующая прибавка, опять же, забегая вперед, скажу, здесь у меня будет, если 45 петель, то через 3 петли. Через 3 петли и потом еще одну дополнительную прибавить. Если я так буду прибавлять, то это самая простая прибавка. Почему? Здесь я прибавляю через 3, дальше я буду прибавлять через 4, через 5 и через 6. И вы не будете себе морочить голову. Просто будете добавлять еще одну или две петельки, чтобы у вас получалось четко-четко по количеству петель прибавки. Все, мы с вами распределили, что нам нужно прибавить у горловины и нужно прибавить еще три прибавки. Обычно прибавки делают между узорами. Между узорами. Поэтому в лицевых, рядах, в лицевых рядах желательно и делать такие прибавочки, чтобы узор уже выходил на свой уровень. Еще я здесь для вас, вот здесь, уже составила эту схемку наших узоров. Вот она, начиная с резиночки, лицевой ряд, первый узор, опять лицевой ряд, второй узор, лицевой ряд, третий узор, лицевой ряд, опять повторяется решеточка. Все разделяется лицевыми рядами. И мы с вами определились, где мы будем прибавлять эти петельки. Вот эти петельки, где мы будем прибавлять. Я вам оставлю эту схемку. Вы себе можете тоже ее распечатать, либо, смотря на нее, писать, сколько у вас лицевых рядов и в каком ряду вы себе будете делать прибавку. Итак, у нас здесь начинается резиночка наша со 136 петель. Провязали, там, где у нас идут лицевые, уже три ряда моих лицевых, я прибавляю 46 петель. Прибавляю 46 петель и перехожу на мой первый узор. Очень простой узор с наклоном вправо и с наклоном влево. Здесь у меня три ряда. Я провязала свои три ряда моего первого узора и отделила его лицевыми петельками. Дальше мне нужно уже перед вторым узором сделать прибавку еще 46 петель. 46 петель. Сделала еще 46 петель перед вторым узором и вяжу себе спокойно мою решеточку. Мою решеточку и перехожу на лицевые петли. Из. Здесь у меня получается, смотрите, четко совпало. Значит, первый узор и второй. Здесь не надо никаких добавок делать на раппорт узора. Но между вторым узором и третьим у нас небольшая разница в рапортах. Здесь у нас две петельки, значит, рапорта, а в третьем узоре 10 петель рапорт. И получается, что после вот этих прибавочек нам не хватает еще немного петель, еще немного петель, и мы их должны добавить. В нашем узоре после вот этих прибавочек у нас уже здесь 228 петель, 228 петель. А в этом узоре должно делиться на 10, поэтому мы здесь перед узором прибавляем еще две петельки, чтобы здесь у нас четко было 230 петель. Вяжем спокойно наш узор. Узор легко вяжется, я не буду с вами его провязывать, все это я вам оставлю. И вы вяжите с удовольствием. Дальше идут снова наши лицевые ряды. Лицевые ряды. И перед решеточкой, вот перед этой решеточкой, я делаю еще одну прибавку. Плюс 46 петель. Плюс 46 петель у меня уже получается 276 петель. 276 петель. Провязываю мою решетку. 6 рядов лицевые. Ряды, которые разделяют решетку и следующий узор. Я вот сейчас нахожусь на этом узоре. Вот на этом узоре я сделала прибавки и иду к этому узору. Остался узор лицевые, решеточки и лицевые. И моя кокетка будет готова. Итак, при переходе на следующий узор после решетки и лицевых рядов мне нужно прибавить. Чтобы сходился у меня вот этот ряд, мне нужно прибавить к 276 еще вот здесь добавить 4 петельки. Вы тоже смотрите, чтобы по рапортам у вас четко в круг все сходилось. 280 петель. 280 петель вяжем наш следующий узор, четвертый узор. Провязали его и лицевые петельки. И здесь нам нужно сделать уже вот здесь на стыки между лицевыми и последней решеткой нам нужно сделать последнюю прибавку если мы посчитаем все наши прибавки 46 46 46 2 петельки 4 петельки то на последнюю прибавку у нас если все это пересчитать остается всего 42 петли отлично потому что я вам говорила последние прибавки в кокетке желательно делать меньше чем вы делали первые, чтобы кокетка не шла веером, а чтобы она все-таки спадала с плеч, и затем не было такого состояния, когда идут фалды по спине, либо под грудью. Вот от этого и происходят фалды, что мы бесконечно-бесконечно много-много прибавляем. Итак, я прибавила 42 петли, 42 петли, все, и у меня в итоге остается 322 моих петли, 322 петли, я дошла до того уровня, когда у меня кокетка уже имеет свое количество петель. Вяжу мою решеточку, вяжу мои лицевые и дальше уже буду в следующем уроке все это разделять на переднюю половинку, на заднюю и на рукава. Все вам покажу, расскажу. И, значит, к рукавам и к передней половиночке все это отдельно будет, а на спинке будет сделан азиатский росток. Еще я для вас оставлю вот такую мою разработочку, я сделала для себя, я оставлю после видео и вот эту схемочку для вас и вот эту разработку, такой тортик, который мы с вами делали, помните, э, значит, в работе гортензия. Мы тоже расчерчивали тортик, писали, сколько мы прибавляем, дальше еще один слой тортика, опять сколько прибавляем, еще слой тортика и так далее, до последнего, последнего, до самого, самого последнего нижнего нашего слоя. Точно так же и вы себе на бумажке можете расчертить, и написать, что вот в таком-то ряду, в девятом ряду я делаю прибавочку, в семнадцатом ряду делаю прибавку, в двадцать четвертом делаю прибавку, в тридцать шестом, в сорок пятом делаю прибавку, и затем уже перед последней решеткой, последнее прибавляю, 42 петли я. Ну, а вы свое количество. И когда у вас будет все четко вот так вот разрисовано, вы после вашей связанной резиночки делаете первую прибавку в 46 петель и пошли себе весело-весело вязать свою кокетку. Ну а что у вас будет получаться, я кратко сейчас покажу. У меня на манекене моя кокетка вяжется. Осталось буквально довязать вот этот четвертый узорчик и решеточка. Вот это все у меня уже прибавлено и связано согласно моему вот этому листочку. Сейчас посмотрите, я вам поясню поконкретнее. И вы уже наблюдая за тем, как у меня идут прибавочки, сделаете для себя, и ваша кофточка будет продвигаться вперед. Когда кокетка связана, девочки, тогда уже идет монотонная работа лицевой гладью, там уже никаких проблем быть не должно. Росток свяжем, разделим, и дальше в свободное плавание. Итак, показываю вам, что у меня уже получается. Итак, дорогие друзья, что же у нас получается на практике с нашей кокеткой? Я вот здесь уже примерила ее на мой манекен. Выставила, значит, размер манекена 92 по окружности груди и вяжу себе спокойно. Значит, с плеч уже у меня эта кокеточка сошла. Остался еще один последний ажурный узор, еще одна вот такая решеточка, заборчик, и кокетка будет закончена. Итак, в дополнение к нашей теоретической части, смотрите, здесь у меня было набрано, как я и сказала, 137 петель. Замкнула в круг, оказалось 136. Провязала 8 рядов моей резинки, и сделала первую дополнительную такую перед горловиной прибавку. Это не из моих трех основных. Одну дополнительную прибавочку сделала в 46 петель. Расширила немножечко горловину для того, чтобы четко-четко кокеточка легла у меня по плечам. И дальше пошла вязать свои узоры. Значит, расстояние между узорами я для себя посчитала у меня три ряда. Вы для себя посчитайте, это может быть и 4 ряда, и 5 рядов в зависимости от, естественно, вашей пряжи. Первый узор, первый узор, вот такие интересные птички провязан, разделительные лицевые, у решетки прибавка. Дальше идет второй узор, четко, красиво провязан, разделительные лицевые петельки у решетки прибавка сейчас вяжу следующий ажурный узор после него в лицевых рядах сделаю последнюю прибавочку оставшиеся мои 42 петельки провяжу еще одну решеточку и в принципе моя кокетка будет готова ну вот пока она получается так я Забегая вперед, уже скажу, что мне она очень нравится. Естественно, потом, когда я буду делать азиатский росток, я вот здесь по центру, естественно, отцентрую немножечко, чтобы узорчик у меня был вот так по центру. Отделю рукава, отделю спиночку и переднюю часть. И буду делать азиатский росток. Но это уже покажу вам в следующем видео. Хотя я хотела сделать два мастер-класса, но видите, все очень много-много-много материала, и поэтому я не буду так затягивать. Давайте приступайте к расчетам и приступайте к вязанию своей красоты. Ну, а я вам всем желаю всего самого-самого доброго, мира, добра, благополучия вам и вашим семьям. Увидимся в третьем мастер-классе.